Жилые дома, населенные пункты и безоружное население – главная мишень противника. Армянские вооруженные силы палят из пушек и запрещенных боеприпасов, рассказывают жители Тартарского района, расположенного в прифронтовой зоне. Жизнь под страхом смерти становится все невыносимее. Причем для интенсивного обстрела выбирают именно ночные часы, когда мирное гражданское население спит. В ночь с 26 на 27 апреля армяне начали интенсивно обстреливать нас. Их целью были мы, чтобы напугать нас и заставить покинуть наши дома. Несмотря на то, что нашему имуществу нанесен серьезный ущерб, мы не собираемся оставлять свои земли и будем стоять до конца. Ночью начали стрелять, примерно в 2:30. Обстрел все еще продолжается. Наши смелые молодые ребята пошли на поле боя. Дома остались только старики и женщины. Мой сын тоже пошел сражаться. За ночь стреляли много раз, 100, 200, а может и больше, точно не могу сказать. Стрельба продолжается до сих пор. В результате обстрела оказалась пробита крыша моего дома. Слава Аллаху, что семья не пострадала. По предварительным данным, в 7 населенных пунктах повреждения получили 20 частных домов. Снаряды попали на территорию посевных участков, а также Тартарского кладбища. Повреждены линии электропередач, связи. Сводка боевых действий из прифронтовых районов обновляется ежечасно. Представители СМИ отслеживают ситуацию, строят свои репортажи на достоверных фактах. Находиться в зоне боевых действий небезопасно, особенно для представителей медиа. Армяне обстреливают маркированные машины, подвергают обстрелы журналистов. Так, осколочное ранение получил оператор Карабахского бюро телеканала АТВ Виджай Велиев. Минобороны Азербайджана заявляет, что вражеская сторона, совершая провокации на линии фронта, пытается спровоцировать вооруженные силы Азербайджана на активные боевые действия. Оперативная обстановка контролируется Министерством обороны Азербайджана. Турал Асадов, Сабина Мамедова, Сеймур Гулиев, CBC.